Так, начало строительства насосной станции. 29 числа 89 года я вышел. Объект Форощанская балка. Что, занимаюсь, я в курсе. Просто снимаю, на вот побудем, потом покажем, как насосную строили, что из ничего. Чистое поле, и насосное. Как вот отлив, выторфовка. Площадка для строительства насосной станции. Полностью делается выторфовка грунта. Как заложено проект. Вот до основания. Чем дальше будет разработка. Готовится СК-35. Для монтажа. Вот объект. Вот он, водоплевная. На данный момент водопонижение произведено, покуда не работает, так как